Приветствую вас на канале Инспектор Гаджетов. И сегодня мы познакомимся, точнее сначала распакуем два штатива от фирмы Yunteng. Это у нас будет модель VT688 и VT888. Подписчики моего канала знают, что я обычно не снимаю распаковки непосредственно самой упаковки. Но сейчас я сделал исключение, потому что, во-первых, заказ был сделан на сайте jd.ru, jd.com, joybuy.com, то есть это все один и тот же сайт. Доставили эту посылку за 5 дней бесплатно службой DHL. Упаковали просто превосходно. Видите, все запаковано отлично. Это еще было в дополнительном фирменном пакете. Все это замотано было скотчем, это я уже предварительно убрал. И внутри, как видите, в куче пупырки с фирменными наклейками JD.com. В общем, я отдаю дань уважения данному магазину, и поэтому решил снять первоначально такое видео. В общем, давайте раскрывать и смотреть, что они из себя представляют чисто на первый взгляд. Первый штативчик, это у нас будет, если я не ошибаюсь, VT688 видеотрипод. Ну, есть тут технические характеристики, но, опять же, повторюсь, это видео чистая распаковка, будет подробный обзор как одного штатива, так и другого, так что дождитесь пока, что посмотрим чисто визуально. Ну, естественно, у нас и Canon, и Nikon, и Sony, и Samsung, и Kodak сюда можно поставить. Вообще все, что угодно. Также покажу вам вот эти концы. Как видите, здесь у нас техническая информация. Ну, а также здесь, в принципе, дублируется. Ладно, давайте заглянем внутрь. Тут, кстати, защитные также, видите, наклейки. Это уже от производителя. То есть никто еще данный трипод после фабрики не вскрывал. Ну, это могу провести параллели с сайтом, например, GearBest, там где все посылки, неважно, что вы заказываете, практически все всегда вскрыто и проверено на работоспособность. И даже те же штативы там тоже вскрывают. Вот. Ну, кто как любит. Я, например, предпочитаю, когда товар... До меня даже магазин не вскрывал, а я вот первый, кто это сделает. О, и бонусом, кстати, в коробке у нас есть вот такой держатель для, например, мобильного телефона. Такой вот бонус приятный. Так, ну, собственно, вот такой чехол у нас внутри лежит. Он плотный, он с ручкой, он у нас на молнии. В общем, все очень-очень неплохо. Правда, есть небольшие повреждения. Вот видите, есть небольшое повреждение. Но чехол, скажу, что такой добротный. И убить этот чехол, я думаю, надо будет постараться. Так. Собственно, сам трипод. Штатив. Так, здесь у нас, как видите, такой лейбл есть, Yunteng, и куча китайщины, правда, есть сайт. И по идее, не английский, Yunteng, да. В общем, такой вот лейб, мы его снимем. Что у нас здесь еще лежит? У нас тут лежит инструкция, ну, точнее, даже не инструкция, инструкцией вряд ли это можно назвать. С одной стороны у нас иероглифы, а с другой... стороны иероглифы и схематическое изображение нашего трипода. Вот, ну и вот он, собственно, Yunteng 688. Хорош, красавец, хорош, хорош, хорош. Тяжеленный, ну, тяжеленный по-хорошему, тяжеленный. Сделан из металла и пластика и резины. Вот, ну, собственно, более подробно будет в обзорах.
Давайте теперь посмотрим на второй трипод, на второй штатив. Это уже более топовая версия. Это 888. Кстати, могу сказать, что один из этих триподов, даже после того, как я сниму видео, один из этих триподов останется у меня. То есть я брал сразу два, так сказать, посмотреть, выбрать. И буду с помощью одного из этих триподов в дальнейшем снимать для вас видео. Вот. Ох, этот явно тяжелее. Так, ну, собственно, ВТ-888, коробка практически идентичная, все практически то же самое. Кстати, здесь наклейки все-таки JD-шные, видите, JD-шные. Вот, может, они и вскрывали уже. Может, и вскрывали, но ладно. Вскроем теперь мы. Жаль, что не написан вес. Вот просто интересно, сколько они весят. Может быть, в полном обзоре я их взвешу и расскажу вам про их вес. Здесь также у нас в коробочке лежит подобный бонус. Крепеж для мобильника. Так, ну и в принципе идентичный чехол. Идентичный, и в этом случае он, кстати, у нас без повреждений, в отличие от 688-го. Целенький, все в порядке. Так. Так, также у нас тут есть идентичная лейба на китайском. Также у нас есть так называемая инструкция, опять же иероглифы и схематическое изображение. Ну и сам трипод. Вот как видите, Yuntang ВТ-888. Также сделан из металла, и сразу могу сказать, даже чисто визуально сравним, что, как видите, ВТ-888 у нас помощнее, у него даже ножки вот толще, он массивнее. На крепежах у нас есть, видите, тут брендированный Yuntang 888, а на 688 ничего нет. То есть он не брендированный у нас крепежи. Ну и собственно вообще, в принципе, 888 это самый большой, а 688 это практически то же самое, только меньше. Вот. Ну, еще у 888-го есть еще вот такая вот отличная вещь. Для тех, кто пользуется штативами, понимают, что с помощью данной ручки пользоваться штативом намного лучше, чем без нее. В общем, ну, на сим все. Это была распаковка штативов с сайта jd.ru.com, и это была дань уважения и благодарности данному магазину за быструю оперативную доставку, за хорошую упаковку и вообще за качество сервиса, которые меня просто поразили. В общем, ребята, jd.ru, благодарю вас, спасибо вам за данную посылочку. Вам могу сказать, что спасибо за внимание, и ждите полноценного обзора как 688, так и 888. Спасибо за внимание, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем пока!